Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о компенсации за уничтоженное жилье в результате боевых действий. За повреждение денег не будет, но обещает предоставить стройматериалы. За уничтоженное жилье будут предоставлять сертификаты на финансирование государством покупки нового жилья. В соцсетях распространяется информация, что в Одессе рестораны «Макдональдс» начнут свою работу 28 марта. Если вы хотите быть в курсе всех главных, значимых событий, происходящих в Одессе и в Украине, то, пожалуйста, подписывайтесь на канал. Черноморское морское зерновое соглашение продлено на 120 дней. Россияне продолжают поиски на месте сбития американского беспилотника. Пресс-секретарь Сил обороны Юга Украины сообщил, что в Черном море наблюдается скопление кораблей оккупантов на месте падения американского беспилотника. Не исключается, что все они вовлечены в поисковую операцию. Сейчас в Черном море находится 17 боевых кораблей Российской Федерации. Из них три ракетоносителя с общим количеством ракет «Калибр» 20 штук. Президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что решение Международного криминального суда о выдаче повестки на арест Владимира Путина является полностью оправданным решением. Россия не сможет добиться снятия международных санкций без выполнения ордеров Международного уголовного суда в Гааге. Как заявили Министерстве обороны Польши, Польша и Словакия совместно передадут Вооруженным силам Украины 33 истребителя МиГ-29. Спасибо, что посмотрели этот ролик, поставили лайк и подписались на канал.